Галочка напротив фамилии. Цена выбора – 5 лет жизни. Именно на такой срок выбирают депутатов в Госдуму. Один из главных представительных органов, который определяет жизнь страны. Вертолетом расписываемся? Да, по-выборному. Депутаты Госдумы рассматривают и принимают законы для всей России. Восьмой созыв выберут 450 депутатов. Те, кто сегодня решается прийти проголосовать, понимают важность своего выбора. На самом деле ведь мы выбираем свое будущее. Мы выбираем тех людей, кто будет формировать бюджет. Мы выбираем тех людей, которые будут формировать наше законодательство. Причем на всех уровнях. Мы сейчас ведь формируем и Государственную Думу, и Законодательное собрание Алтайского края. Поэтому я уверена, что отсиживаться дома сейчас будет неправильно. Впервые выборы в Госдуму длятся несколько дней. Связано это, конечно, с противоковидными ограничениями. Здесь. Как удобно. Кстати, на этот раз следить за выборами онлайн сможет не каждый. Доступ к трансляции имеют только кандидаты, партии и общественные наблюдатели. Их в крае 4000 человек. Но те, кто пришел на выборы, признаются, что зачастую не сомневаются в строгости их проведения. У меня будут пожелания. Я уже договорилась с председателем, что я напишу депутатам пожелания. Ну, какие вопросы нас интересуют в основном? Вот меня интересуют вопросы ЖКХ. Мы же живем в этой стране. Мы должны знать, кто у нас в правительстве, кто у нас в местных органах власти. Читали мы про них. Впереди еще 2 дня выборов. Самым популярным, скорее всего, по традиции, станет воскресенье. Эксперты ожидают, что в этот раз явка будет не ниже 2016 года. Анастасия Наборщикова, Андрей Печоркин. День с толком.